Друзья, всем привет! Сегодня у нас краткий, но емкий небольшой обзор приствольной универсальной фрезы для обработки садов, плодово-ягодных насаждений, парков, если необходимо, но и других культур, которые, возможно, можно будет ее обрабатывать. Что представляет собой данный агрегат? Конструкция чрезвычайно проста, надежна и многофункциональна. Мы показываем только основные рабочие органы. Сейчас сделаем маленький, кратенький их обзор. Мы видим балку с трехточечной навеской, в которой есть телескопически выдвигаемый рычаг. Выдвигаться он может с помощью гидравлики, как вы видите. Стоит гидроцилиндр. Дополнительная фиксация непосредственно болтами. Нужна эта гидравлическая регулировка для того, чтобы можно было непосредственно в месте обработки участка подстраиваться, выносить рабочий орган непосредственно к обрабатываемой полосе. В комплекте у нас идет 4 насадки. Первая и наиболее востребованная — это такой вот 4-секционный диск, который используется для прополки и культивации приствольной полосы. Есть 2-секционный диск ромашка. Здесь также мы не сделали выкладку, но в комплекте идут плоские ножи и разокучиватели. Все рабочие органы автоматически откидываются с помощью гидравлики. Гидравлическая система приводится в движение за счет работы гидравлики трактора. Вот мы видим рукава высокого давления, которые подключаются непосредственно к гидравлике трактора. Идет подача давления на распределитель с клапаном. Во время наталкивания сенсора на препятствие происходит срабатывание клапана и автоматически отбрасывается рабочий орган назад. Обходится препятствие, которое может быть все что угодно. Ствол молодого дерева, винограда, элементы поливной системы или шпалерные элементы. После прекращения давления на сенсор автоматически рабочий орган, независимо от его специфики и назначения, возвращается в исходное положение. Здесь мы видим, что рабочий орган приведен в транспортное положение, а именно отброшен назад, для того чтобы во время транспортировки не занимать проезжую часть. Спереди у нас есть подставки для хранения и упрощения подключения к трактору. У нас есть джойстик и 2 опорных колеса. Металл, из которого изготавливается базовая конструкция, достаточно толстый, надежный. Почва фреза изготовлена в Турции. Зарекомендовала себя уже не за один год, а данная модификация производится, наверное, лет 10. Очень распространенные ее версии в Италии. Не будем называть бренды. Специалисты узнают по модификации. Но многие итальянцы покупают этот универсальный агрегат и продают потом втридорога под своими брендами. Любые вопросы, если возникнут, звоните, пишите. С удовольствием ответим на ваши вопросы.
Эти почвофрезы уже работают на просторах нашей Родины. С удовольствием проконсультируем. В будущем обещаем сделать выкладку материалов с применением этих агрегатов уже непосредственно в фермерских хозяйствах и садоводствах. Всем пока!